Причины пожара, который произошел в пятницу, до сих пор не установлены. Внести ясность могли бы показания потерпевшего. 16 декабря примерно в 15:15 произошел пожар по адресу улица Уральская, 69. В многоэтажном доме горела квартира на втором этаже. Когда огонь принялся за пластиковую обшивку балкона, всю улицу заволокло едким дымом. Приехавшие на место пожарные эвакуировали одного пострадавшего. Его отогрели в пожарной машине и передали медикам скорой помощи. Мужчина доставлен в приемный покой. Как сообщается, у него диагностировано отравление продуктами горения, ожогов нет. Сейчас известно, что возгорание произошло на балконе. На площади 10 квадратных метров повреждены внутренняя отделка балкона и домашнее имущество. Существует несколько версий о том, что послужило причиной возгорания. Наиболее вероятная – неосторожность в обращении с огнем, поскольку на месте пожара дознавателями были обнаружены окурки, и к тому же мужчина находился на балконе один. Внести ясность могли бы показания пострадавшего. К сожалению, в этой квартире он сейчас не проживает. Его точное местоположение не установлено.